Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 16-й выпуск 3-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске первым делом закрыл квест лыжника «Золотые понты» на таможне, затем на берегу, пытаясь выполнить ежедневный квест, удалось попутно закрыть квест «Анестезия» для прапора с пометкой «Мест торговли санитара» и пометили автомобили скорой помощи для терапевта, тем самым закрыв задание «Врачебная тайна. Часть 1». Серега, Диего, Александр, Эвил Маник, «Путь со дна» по сути это обычное прохождение игры, я не стремлюсь к какой-то концовке, а просто получаю удовольствие от игры и делюсь этим настроением со зрителем. Артем, привет Латвии, Ерыб, Роман, Декрус, привет Москве, Блакиукас, Эдуард Олдфарт, Вазап, Краб Ван, Акробат, Макс и Денис, привет Украине. Благодарю за теплые слова и безумно щедрую поддержку. Спасибо вам. Всем приятного просмотра. Итак, в конце концов, с квестом Сельпо покончено. Можно будет пока отключить генератор. Я сварил все-таки 4 банки тушенки. Одна будет запасная, на закуску, короче, оставим. Идем к кому? К терапевту. У нее в задачах Сельпо. Передаем банки с тушенкой, 3 штуки. И закрываем этот квест. Без всяких выходов на развязку. Коллеги, часть первая дает она мне квест найти группу, направленную в санаторий, пирс, коттеджем. Снова отправляет она меня на побережье, и тут она мне выдает, смотри, пару стимуль. А, ну это не то, что надо будет сдавать, зато здесь награда интересная. Из оперативных задач у меня остался актуальным дейли квест выйти с локации берег через лодку на причале 2 раза. Я хочу все-таки забрать этот препарат, который она предлагает в награду. Так что будем параллельно делать основной квест и спускаться на Норвинске и пытаться выйти на Норвинском, как это делали в предыдущем выпуске. Также возьму с собой 3 маяка для выполнения квеста для лыжника, как он называется, сейчас скажу. Не реагент, игра наверняк квест. Медконтейнеры нужно будет у санатория, коттеджи и на пирсе пометить. Ну и по квесту от терапевта, коллеги, часть первая. Также попробуем, если будет попутно это все дело, найти группы, направленные на пирс, санаторий и по тем же коттеджам. Ну хотя это все то же самое будет, где и метить, так что точно мимо не пройдем, я думаю. Идем за ЧВК, идем на берег, 15-19, все, шлем можно будет за картоху страхануть, 13-700, денег, что-то не фонтан в схроне, надо будет как-нибудь что-нибудь повытаскивать с локации по возможности. Поехали. Посмотрим, как это дело пойдет. Если получится пару раз выйти и останется еще времечко, то можно будет сходить на таможню с Ксюхой наперевес, пострелять диких, попробовать закрыть еще и карателя 3-го. Здравствуйте. О! Даже так? Сразу же наверх поднимаемся? Давно я тут не появлялся на карте, давно я тут не спавнился. У меня хороший спавн, ближний, так сказать. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой... Это, возможно, чревато каким-нибудь сейчас замесом, зарубом. Самое сложное это вот эту вот самую пометить. Возле скорой помощи, которая точка. То есть мне придется там сидеть какое-то время. 30 минут, если не ошибаюсь. На самом открытом, чтоб его, пространстве. Ну ничего, рано или поздно мы в любом случае сделаем этот квест, если не в этом... Не в этот раз, то в следующий обязательно. Уж жаловаться не будем. Сразу постараюсь все как положено сделать. Если там санитара сейчас не будет, то возможно я успею до того, как прибегут сюда все ЧВК. Возможно, я успею все сделать. Так. Пожалуйста, скорее. Есть, закладываем. А, нет, 15 секунд, не 30. Ух. Чуточку проще. Тут же и тела сейчас посмотрим для терапевта, который возле вертолета. Это группа, которую она направляла до этого. О, пошел процесс уже. Эй, как забрать? Спасибо. Тело для терапевта готово. Так, теперь по-хорошему в коттедж бы пойти.
здесь, наверное, спущусь, а оттуда с коттеджа уже на Норвенский чухну. Если там ничего не приключится страшного. Диких трогать на крыше не буду, пусть они у меня там остаются. Как маяки. Во-первых, они могут открыть огонь и дать понять, что там кто-то трется из недругов. Ну, а во-вторых, просто визуально, если их убьют, то значит, ага, понятно, значит, кто-то там уже мимо МЧС, ой, мимо ГЭС этой притирался. Вообще не очень приятный тайминг идти на коттедж. Тот спаун на тоннеле как раз сейчас на коттеджах и будут ребята балдеть. Пока открытый проверят, пока закрытый проверят. Как раз, возможно, мы сейчас с ними и пересечемся. А вообще хотелось бы спокойные рейды, особенно когда вот эти вот квесты надо с пометкой, закладкой делать. Вот спокойные рейды, они вот... Самое, что нужно. Значит, пошли в западку, по дальней, да? Это хорошо. Так, пока морфий действует, надо... Надо не тормозить. Блин, они еще такие противные эти. Их надо какую-то точку найти, чтобы заложить его, спрятать можно было. Маяк этот. Хорошо. Быстро смотрю ключ. Ключей нет. Смотрю группу для терапевта. Есть. Все, идем на Норвенский. Так, что скажет мне чертова гора? Тот спаун за болотом пошел по ту сторону. Если не пошли те, кто на тоннеле заспаунились на коттедже, то, скорее всего, они сюда пойдут, в сторону Норвенского. Есть еще вероятность того, что они пошли туда, либо вообще, может быть, там никто не заспаунился. Ну, вроде как. Выглядит приятно все. Даже дикие... Да, даже дикие там на заправке. Щемить берцов собрался. Но Лиса хитрый. Лиса хоп и вниз на Норвенский. Какой неугомонный, а? Так и будет меня парафинить, да? Что-то злой ты такой. О, все, понял. На, вижу, кто-то там ходит возле лодки, и слева Хантер лупит. Вот Хантер, это не очень хорошо. У Хантера болючий патрон.
И Хантер это, возможно, оптика. Упачки, нифига, он поперся куда, дурак, что ли? Что такое лаг... О, в воду упал! Водолаз, ё-моё. Чё, без лишней скромности, наверное. Тело обнаружено. Надо закладывать. Надо закладывать и пытаться выйти. Сейчас быстренько поднимусь, все равно посмотрю эти самые сейфы. Выжить, выйти с локации точно нужно для терапевта. И для лыжника аналогично. Показывай, чем богаты. Прокил. GP. Дождик это даже неплохо. Дождик приглушит шаги мои. Опачки. Лёва нашелся. Как бы он мне не обязателен, у меня уже два льва с галочками есть, но это хорошая находка, я думаю. И пробежки, я думаю, уже не защит... Хотя... Нет, давай все-таки картотеки еще гляну, потому что я совсем мало лутался. САС-диск. Пофиг, все подряд будем впитывать, лишь бы очки опыта накапливались за нахождение и обнаружение. Покушать, попить, тю-тю. Ну что, господа, проверяем летник. И пробуем выйти. Удариться, может быть, все-таки морфием на всякий случай, а? Да это что за проклятие такое? Я третий раз сюда прихожу, и третий раз лодка не работает. Вы серьезно? Очень даже плохо. Очень. Тоннель, переход на маяк. Мне в ту сторону надо выходить. Нафига тогда такие квесты, которые... которых выход не работает? Прискакал кто-то. Прискакал. Азимут нам некуда засунуть, потому что у нас лев. Ну тогда спускаюсь на берег и просто иду прямиком. А я еще что-то там переживал. Блин, плохо там.
Не налутал ничего. Так, бики. Готов. Давай все-таки полный магазин будет. Дозаряжу. 41 килограмм надо будет. Что-то либо скидывать, либо... А ну. Вот так, если сделаем. А мы СКС сейчас скинем. Хотя должна восстанавливаться выносливость, да? Да, восстанавливается. Все хорошо. Можем идти на выход в сторону тоннеля. Сейчас похлопаем, что тут у дикого. И прямой наводкой домой. Ого. Семерки. Выносливость восстанавливается. Все окей. Все, поехали домой. Это что за звуки? А, это дикий, дикий. Ну ты чё, куда? Ну ладно. Живи. Так. Мочканём попробуем. Не, не мочканем. Пока занят поиском, не заряжает патроны. Сайгу, пожалуй, выкину, я ее все равно продам там за копейки, так как она вот там у нее этой прочности нет практически никакой. Сейчас начнет по мне стрелять, да? Блин, надо бы туда, в лесочек свалить все-таки. Что-то тут совсем открыто. Вот, вот здесь поспокойнее чуть-чуть будет. Я не знаю, честно говоря, руки опускаются, когда ты надо два выхода, у тебя три раза, три попытки твои удачные дохождения до этой лодки, да, и все. Пустую, ни один раз не сработала эта лодка. Как утешение, конечно, можно другие квесты делать, но я планировал эти квесты делать... Чуть позднее, параллельно с квестами от миротворца. Там миротворец меня просто загоняет на эту локацию. У него огромное количество квестов будет здесь, на побережье. Все, никак не получается выйти на лодке на этой.
Все, я домой. Два квеста закрываем. Ну, 20 минут. Ну, окей, я сделал зато два квеста, к этому вопросов никаких не имеем. Коллеги, часть первая, квест можем завершать. Все группы обнаружили, забираем награду. Коллеги, часть вторая, нужно будет забрать хирургический набор санитара и офтальмоскоп с маркировкой, тоже санитаровский, но тут нужен будет ключ от коттеджа. Пока у меня его нет, и возможности пока прикупить его тоже нет. Зато за выполнение этого квеста она выдает мне препарат П-22, который нужно будет сдать миротворцу. Кабинет химии дает квест нам механик. Нужно найти кабинет санитара в санатории. За выполнение этого квеста он мне даст видеокарту. И завершаем квест игра наверняк от лыжника. Медконтейнеры все, которые нужно было пометить, мы пометили. Все, я разгрузил своего чувака, покушал, попил, награды все забрал. Отправляемся еще раз на берег и пробуем еще раз выйти на этой проклятой лодке. За чувака пойдем на берег, 19, вечерком можно будет, пофиг там. Даже если будут темники, то добежим как-нибудь до выхода, как... Прошлый выпуск, может быть, там видеокарты и флешек всяких найдем кучу. Больших целей на рейд, планов там строить не буду. Просто появляюсь на карте и просто бегу сразу же в Норвинский, где бы я ни появился. Если там попутно наступать на тайники буду, то гляну. Нет, так сразу прямиком. И хочется как бы сделать. Ну и колется то, что приходится очень много времени тратить на какие-то пустяковые вещи. Коттеджи. Точнее, не коттеджи, а деревня. Все, я понял. Прямо вдоль берега тогда рву когти сразу же на Норвинский, без всякого выдумывания. Наступлю сейчас на один тайник здесь, на избе поваленной. Заходить в коттедж не буду, хотя можно было бы посмотреть открытый коттедж, посмотреть возле закрытого ключик, может быть. Выносливость до 6 поднялся уровень. Амана. Но если я долго сейчас буду ходить в коттедже, там, на Б, и все это займет время, а у меня уже сейчас тут вечереет, темнеет. 35 минут 8 на часах тарковских. Так что времени в аккурат добраться до Норвинского. В ужасе глянуть. То, что там можно глянуть и пойти домой. МП5 я люблю. За чертову гору не переживаю абсолютно, потому что я здесь, скорее всего, первый буду обитатель. С этой стороны. Больше переживать надо за ту теперь сторону, чтобы с камней мне там не пролетело оттуда. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Может быть, где-то здесь спаун поближе есть. Ну, если есть, пусть будет. Тут на лежаке ключ может спавниться. Я совсем забыл, что-то давно уже не смотрю здесь ничего по сторонам. А вполне себе возможно и зря. Эта штука какого класса? Второго класса всего. Ну, может быть, от дроби какой-нибудь защитит? Или от 9-18 патрона? Не более того. Понятия не имею, как работает эта лодка. Вообще никакие признаки, которые раньше я думал. Вот там буйки работают, маячок работает. Нифига. Может быть, это зависит еще, знаешь, от чего? От стороны, может? Нет, навряд ли от стороны спавна это зависит. Это было бы глупо. Угу. Так и запишем. Давай, давай, давай!
Мой планшет для документов готов принимать. Лут. SSD. Неплохо. Здесь вкусняхи какие-то. Доляры, рубасики, вазочка. Да ты красивая, счастливая. Не, ну правда, на берегу сейфы гораздо интереснее выдают, лутецкий. Да ты, Васичев, кого это? Как это работает? Я еще видеокарту нашел. Пацаны. Да я третью видеокарту нашел за 2 выпуска. При этом не на как... О, вот он стоит. Не увидел его, он слился там в синей куртке своей с синим забором. Ну ты даешь, копоти. АПС-очки мы возьмем, а то у меня БП уже... Хотят закончиться. Домана. Ну все, смотрю картотеки. И домой. Хотя я 2 убийства уже сделал, можно особо мусор не собирать, да? Зажигалки эти всякие. Ладно, мы будем собирать, пока есть свободные ячейки. Тишина. Ну давай еще раз пробуем. Попытка номер 4. Не работает. Уф, у меня начинает гореть с этого квеста, ей-богу. Ну, пойдем тогда на ЖД выходить. Какие еще у нас варианты? Никаких. Он меня увидел, испугался, убежал. Блин, как бы он мне еще в спину не начал. Ой. Я не отдышался. Подожди. А вот это плохо, то, что он шмальнул. Мне сейчас внимания меньше всего нужно. Все, вроде чистоган, идем на железную дорогу, через порт пойдем. Раз уж оно так, что теперь сделаешь, да? Раз не работают эти выходы.
Ходим, лутаемся, находим видеокарты, флешки. Шлепаем диких. Давай, мочи! Где он? Не вижу его. Не понял. Вообще ты где? Ничего не пойму. Ни разу не попал. Еще один. Ну так вот, да, вы поступаете? Давай, 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 быстрей. Блин, в темниках сейчас. Где его? Где он? Вылезай, да, козёл, нахрен, вылезай! Ну все, хана ему! Да вон, вон он! Блин, он меня видит, я его не вижу. Мне это не нравится. Покоп, нахуй, понял? Последний момент увидел его. Служи! Так, и с автоматом еще один был там. О, вискас. А давай-ка я лучше в укрытие присяду. Вон он, сука. Потом заряжает, как... Ну что, ты подойдешь, нет? Или так и будешь там торчать? Я не вижу его. А, все, увидел. Дохнина, тварь! Все. Там у него магазин атозовский, как пидать. Так. Что скажешь? ПСки, говорят, и автомат разваленный. Не, не надо. Все, я практически на месте. Два тайника у нас тут есть по классике. Сразу же их проверим. И пойдем домой выносить видеокарту. Интересно, чего-то стоит это забрало маленькое, низкое. У, и тут полный тайник, гляди. Ух ты. Шелочь. Вкусно. Ну вот, опять полный рюкзак. У меня там уже один ящик забился. Можно будет чуть торгануть, баблишко поднять. Хотя пока тратить некуда.
Почти 18 минут в этот раз получилось. Ну, затягиваются рейды только из-за того, что у меня не работает этот выход на Норвинска. Давай пробуем еще разочек, наверное. Последнюю попытку, пожалуй, я буду делать. Если я выйду сейчас на лодке, то пойду еще раз попробую выйти. Если же нет, то я брошу попытки эти и не буду тратить на эти дейлики столько времени. Только если прям что-то такое будет, что наверняка выйти там через, допустим, выход на маяке или что-то в этом роде, тогда да. А так, если рандом какой-то присутствует, то лучше оставить в покое этот квест. Ух, как я далеко заспавнился-то. Оки-доки, ну тогда вдоль дороги, по берегу и до Норвинского. Ну да, ну да. Да сышь. Все, развлекайтесь, занимайтесь своими делами дальше. Твою мать, чуть не обделался. Все, я почти на месте. С дикими не стал связываться там. Хоть они очень хотели связаться со мной. Сила до 7-го качана. Нормально. Вот он красиво так моргает. Типа, заходи, поехали на лодке. Он меня увидел. Вот бог его знает, он сейчас... Как это с ним работать? Не, я с пацанами за такое не пёр. Двое минимум. Да вы что такие лагучие, что за дичь? Прям аж рывками, блин, по метру. Как стрелять-то по таким мишеням? О, в этот раз что-то скудно. Накормил, видать. Тарков, говорят, ну хватит. Ну, в принципе, да. Нажралось от души. 3 видеокарты, 2 флешки. Недурно. Можно смело выходить, пробежки точно не будет. Потому что я убил товарища и убил его в голову. Второй вот куда заныкался. Не ясно.
Ключ от шахи ни о чем, ключ. Где-то вроде чапал. Ну давай там, шевелись. Я еще, чтоб наверняка было, посмотрю картотеки. Вот как-то так. Ну давай впитываем сок и домой. Один. И второй. Надо шевелиться, пока сюда не спустились эти снайперы. Они как раз сейчас на чертову гору подойдут. Это стрельба на этом. Ух ты. Стрельба на гряде там перед самыми этими, перед ГЭСом. Да не работает лодка, она не работает просто. Упоротый, блин, квест какой-то. Я целый выпуск, получается, посвятил этому квесту. Выход у нас по тоннелю. Пойду тогда в открытый загляну. Коттедж. Может быть, найду флешку и как раз закрою квест от егеря. Может же такое быть. Сейчас мимо тайника пройду, а там видеокарта лежит. А кто должен видеокарты в тайниках собирать? Правильно, Лиса. Хотя я две видеокарты в компьютерах нашел. И, кстати, обе нашел в компьютерах, которые... На Норвинском. Этот пейт, дихлофос. Можно будет бартернуть на солеву аптечку терапевта. Ну и чё? Где стрельба была? Где-то в районе ГЭС? Значит, я ошибся, не на сопке, а ГЭС стрелял. Не, я больше не пойду выполнять этот квест, да или вообще не буду брать эти квесты, которые со мной... Если попутно будет, то речи нет. Ну, типа, попробовать стоит. А так, чтобы конкретно пойти... Ну, блин, с другой стороны, да, такой препарат где я еще найду?
Ну, когда 5-6 выходов подряд и все холостые, то... Не знаю. По неволе как-то... Начинаешь думать, что этот квест тебе нафиг близко даже не нужен. Выглядит не лутано. Да. Показывай. Красота какая тут. Ой-я, петушок целый. Та-та-та-та скинем. Петушка заберем. Лёва, да что такое? Мне как хорошо-то сейчас. Везёт-то, с ума сойти. Прям не верю в свою удачу. Это опять лев, четвертый лев. За сегодня в итоге я опять нашел видеокарту, два льва, вазу, петуха. Сайга. Отсюда мы снимем спрут. Этот дробовик у нас ни о чем. А вот из сайги мы потом конфетку какую-нибудь сделаем. И там же квестики всякие будут у меня с 12 калибра. По диким. По головам всяким. Хорошо. Сегодня выпуск чисто про лут, чисто про то, что вынести. Ну, зато про какой лут, да? Видеокарты. Офигеть. Львы. Причем я в самое пекло-то и не ходил, ну, этот, в лазурный, да? Я только чисто на норвинском практически всегда лутался. Норвинский коттедж тут и все. Вот и все тебе точки интереса. А у меня перегруз получается. Насколько сильный? 46 килограмм. Офигеть. Да тут лев один, 7,2 килограмма. И выкинуть-то нечего. Ах, надо было Сниггерса сначала жахнуть. Ладно, донесем потихоньку. Пешкадря. Все, что меня отделяет сейчас от выхода, это... Возможно, там кто-то сидящий на скале, и внизу могут быть дикие здесь. Блин, не могу я вот просто так идти, у меня нервов не хватает. Не то, что нервов, у меня измена какая-то начинается. Что я так медленно иду? Ай, через крапиву полез. Да, хватит выносливости, я считаю. Ну вот, как бы сказать, в общем и целом, все рейды, которые в
Вчера и сегодня делал на берег, ни одного раза не сработала лодка. 18 минут, 2000 опыта и двое убитых диких. Через всю карту пришлось пройти от дороги на таможню до тоннеля. Благо, что есть что хотя бы вынести. Все мои попытки оказались тщетными. Выполнить этот daily quest не получилось у меня выйти все-таки на этой лодке. Как бы я не гнался за наградным этим препаратом, ничего, к сожалению, не получилось выполнить. Но ничего, зато в другом направлении преуспели. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за пальцы вверх, за добрые комменты. Этот выпуск я сейчас записываю, но планирую выпустить через несколько дней в воскресенье или в субботу. В общем, это я к тому, что те сообщения с донатами, которые вы, возможно, будете отправлять, не попадут в этот выпуск, но обязательно будут в начале следующего выпуска. Так что не теряйте. Всем удачи, приятной игры, успешных рейдов. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.